Всем привет! С вами канал Таежный Роман. Ну вот сегодня вышел наконец-таки я на охоту. По планам найти тетеревов, куропаток посмотреть. В общем, посмотрим, что у нас получится. Наконец-таки снега немножко нападало, хотя бы на эту корку. Вот. Вот такой вот пухлячок чуть-чуть сверху. И потом вот эта вот корка, которая после оттепели. Ну вот, все тут лисами истоптано. Куропатками, норка вот бегала, видно. Короче, тут вот возле поселка прям я отошел. Первые такие следы. Ну, в общем, сейчас вот по краю попробуем пройти тут. Найти тетеревов. Время где-то час дня. В принципе, должны они в лунках уже сидеть. Вот, ну, поглядим, что получится у нас. Поищем. Вчера, пока ехал в деревню, видел 3 стаи тетеревов. Причем сидели и кормились, и просто летали через дорогу, как вороны. А так вон все избегано. Ну вот норка бегала. Она тут по ништякам ходит, по деревенским. Лисы, куропатки вон везде. Ну вот никто не ходил, я первый топчу лыжню. Вот куропатки. У нас куропатки живут так, и они постоянно у нас. Но вот движняк у них такой начинается по снегу. Вот после Нового года вот начинается всегда. Не помню, ловили раньше мы их, когда еще совсем мелкие были. И петлями ловили, их много было. Сейчас почему-то у нас их стало меньше. Уже никто хотя и не ловит. Давно уже никто не ловит. А раньше школьниками, да, ружей не было. Ловили петлями, кто как мог. Пусть мне сейчас говорят, что это браконьерство, все, но я считаю, это лучше, чем молодежь будет курить и спиваться. Ладно, все. Включаем режим тишины. Норочи следы свеженькие. Вчера, наверное, бежала. А вот это вот, походу, блин, волк ходит у нас. Что-то для... Хотя... След мелк. Не такой широкий. У нас тут волчок ходит возле поселка. Ну, след... Наверное, большой-большой лис все-таки. Крупный след, но шаг короткий. У волка шаг шире. Ладно, посмотрим. Пройдем, прогуляемся. Вот. Свежий куропачий след. В ту сторону. Надо, наверное, зарядить мне все-таки пятерочки. Что с единицы куропатку сложно взять. Семерку заряжу. Вот она приземлилась. Видите, наверное. Вот она пошла, вот почечки клюет. И в деревню пошла куда-то. Ну, назад я не буду уже возвращаться. Пойдем. Посмотрим, должны еще быть. Вот вторая приземлялась, а вон третья. 3 штуки. Раньше было штук по 10, по 15. Стаи такие. Он все в куропатках. А зайчьих следов нету.
О, свежий след. Опять куропатки. Но это вот она села. Переночевала, наверное, и взлетела туда уже. А, нет, не ночевала, просто села. Сейчас, конечно, лисам, вот волкам, росомахам и прочей пушнине ходить, конечно, им в класс. Такой вот настик. И они по верху бегают. Не валятся вообще. Норка тоже тащится он. Куропачий свежий след. Но уже вылетело. Свежий след лисы. Наверное, утрешний совсем. Свежий след куропатки. Вообще свежак. Сегодня ходили. Сейчас я думаю, я их где-то подниму. В куропачьих. Наверное. Вот она садилась и вот побежала. След, сегодняшний след, хотя нет, не сегодняшний, вчерашний. Три, четыре, пять, шесть штук, семь, восемь куропачей было. Вот они шли. Посмотрим, куда они пошли.
такой хруст в лесу. На поля пошли. Поля. Пошли они на поля. Сейчас мы выйдем на поля. Пойдем по полям. По болоту они не захотели. Давай, пошли. Вот свежие следы. Ну не все. Половина туда пошла. Вот они, вот они, вот они. Перешли сюда. След вчерашний. Я тут на вездеходе катался. Лёху утаскивал. Даже они пошли. Перешли. Сейчас обойдем. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2. А. 3, 4. Уже леса скрадывала, пыталась. Может, уже и нету их. Тетеревов не видать. Мы сейчас пройдем, если что, завтра съездим в Уране подальше. Ну вот тут вот явно волк ходил. След очень крупный. Значит, все-таки он ходит у нас еще. Надо вот поставить на него эту ловушку. Видите? Вот куница бегала. Причем след-то свежий, блин. Туда-назад, что ли? Ага. Вот она назад забежала. Можно посмотреть. Ради интереса, чисто.
так. Ой, блин, набегано лисами. Лис у нас, короче, много. Никто ими не занимается. Смысла не вижу. Я как-то стрелял, помню. Так, случайно, да и уже просто... Ну, я в день вот пошел, в день видел 4 лисы. Вот так вот, вокруг поселка. Вот. На следующий день пошел, стрельнул одну. Потому что они и тетеревов давят, и куропаток, и все. И рябчиков. Конкуренты, в общем. А тут явно вот... Ага. Блин, ни хрена не набегали. А, это уже в ту сторону. 4 штуки. Значит, где-то будут на полях. Сидеть на нас все вместе. Висит. Может, дерева жрали. Они любят эти ягоды есть. По можжевельниках остаются ягодки. Западный, но холодный. Зайцев нету, блин, ни одного следа. Наверное, лисы с волками всех подушили. Ну что, промазал. Вот 3 куропатки. Не, ребята, я попал. Он лежит. Я надеюсь, засняла это все. Вот остров обошел. Сейчас я заряжусь, потому что их было много. Просто я как-то странно взлетела. Или сзади сидела одна. Взлетела. Короче, вот я остров обошел, говорил вам, входной след в остров был. Я остров обошел, а они уже вот на поле шли. И увидел, вон она сидела. Сейчас пойдем, еще может вылетит. Не знаю, засняла эта камера момент. Не засняла. Сейчас еще попробуем, может вылетит еще. Хитрожопые они. Очень хитрожопые. Стрелял семеркой. Надо патронов самозарядных зарядить. Потому что уже после утиной охоты не заряжал. А на утиной охоте они все вылетают только так. Ну вот я сейчас вам покажу. Вон куропач лежит. Один. Сидели, хотя они... А, ага. Уже туда перебежали. Значит, я не всех поднял. Если после выстрела сейчас не вылетели, вот тут было 4 штуки. 2 еще должны вылететь. Ну что, я сейчас покажу вам куропатку. Добытую. Стрелял семерочкой. Вот видно, как дробь шла. Вот она лежит. Вот такой вот куропатик. Моя любимая дичь, кстати. О. Вот. Вышел. 500 метров от поселка. Вот такой вот куропач. Видно вам, не видно? Ох. Фига какой толстый.
Я уже думал, я опозорился и промазал на камеру. Потому что я видел, что она взлетать собирается. Стрелял на скидку, можно сказать. Они хитрожопые. Еще те. И перо у нее еще что-то какое-то грязное. Где-то лазили. Не сильно белое. Какое-то оно такое замызганное все. Вот, вот такой вот куропач. Так что, ребята, подписываемся на канал. Будет много охот. Просто вот видите, у меня... Жил бы я постоянно в деревне, а то разрываешься между работой и... Сейчас я, подождите. А то разрываешься между работой. Работа, деревня. Вот езжу постоянно туда-сюда. Вот хвост у нее такой черненький. Она, короче, меня увидела. Включила задний ход с разворотом. И пыталась свалить обратно в остров. Так что, ребята, охота у меня сегодня состоялась. Сейчас мы пойдем еще поищем тех, которые улетели, и тех, которые еще не вылетели. Потому что их два штуки, две куропатки уже перебежали туда. Я тут приболел еще немного. Тоже сильно далеко не поползаешь. Хожу на таблетках. Так, моя любимая вот добыча. Вот из всех боровых, вот, блин, не знаю почему, но куропатка нравится больше всего. Интересная она птица. И очень трудно ее заметить, не каждый ее увидит. Но и вот тропить мне ее нравится. Вот такие лапы у нее для снега. Снегоступы, можно сказать. Видите, они у нее... Такие вот, ну охотники-то знают, это тем, кто не охотники. Во-первых, когти вот такие. Когти, короче, по сантиметру где-то, даже по полтора. И вот такие лапки. Все волосатые. Ну вот, вот такой вот куропач. Ну, ребята, просили новое видео от меня тут. Уже стали спрашивать, когда будет, когда я засниму. И так далее. Ну вот, приехал, заснял, получилось. Очень я этому рад. Вот такой вот куропатка. Вот такая вот куропатка у меня. Сегодня будет... Наверное, мы ее пожарим все-таки сегодня, да? Так что, подписываемся на канал. Комментируем. Пишем что-нибудь интересное. Ну и знакомимся. Сейчас пойдем еще других искать. Не знаю, что получится. Так, на всякий случай, сейчас уже заснял. А то потом бывает и камера садится, и все. Но сейчас с камерой у меня проблем нет. Вот этот вот. Так. Сейчас достану. Вот этот вот пауэрбанк меня спасает, блин. Вещь, конечно, незаменимая. Чего я его раньше не купил? В карман засунул, зарядку врубил. Можешь целый день ходить снимать. Лишь бы карты хватило. Сейчас вам засниму, как они прошли тут. И как мы с ними встретились, покажу следы. Надеюсь, что видео получилось. Получилось именно вот этот момент, когда она меня увидела. Может, вы ее все-таки видели на камере. Был бы, конечно... Ну вот, дробь как шла. Видите, сколько семерки. И пошла туда еще хрен знает куда. Бывает, вот стрельнешь, вроде видишь одну, стрельнешь, подходишь, а там лежит уже несколько штук. Потому что они кучно бывают сидят. Вот задача. Ну, не тетерев, конечно, но я так и рассчитывал, что сегодня или куропатку мы попробуем стрельнуть. Или найдем все-таки тетеревов. Сейчас я вам покажу, как мы прошли. Я вот в эту просто в можжевельнике. Я знаю, что тут я не пройду, камни. Это, короче, с полей раньше тракторами толкали сюда. Бульдозерами. Камни. Вот. И тут, короче, проблема пройти на лыжах, на снегоходе. Ну, каменистый просто остров такой. Сейчас мы посмотрим.
Да. Все четко. Ну мы сейчас пойдем посмотрим. А вот смотрите. Это получается вот. Вот там я шел. Вот я вам там можжевельники показывал. Вот я обошел. А они вот перлись по краю. Кушали. Вот. Вот меня вот тут одна усекла. Остановилась. Тут одна была, две. И вот эти вот с краю я их увидел. Вот. Ну вот так мы с ними и встретились. Вот. Так, еще что-то тут лежит. А, контейнер лежит. Ну вот контейнер. Видите, не люблю я этими стрелять патронами. По летящей дичи, по таким вот куропаткам, по уткам. Все-таки нужен самозарядный патрон. Но времени вот у меня тут не было никак. Нужен самозарядный патрон и лучше без контейнера. Заберем, мы не будем мусорить. Не мусорите в лесу. Я даже контейнеры при возможности собираю. Не говорю уже о гильзах. Так, ладно, мы сейчас попробуем этих найти двух еще. Вот, и смотрите. Вот, две успели перебежать. А вот отстающих я стрельну по ним. Сейчас мы посмотрим этих двух. Стрелял я метров, наверное, с 15-20. Подпустили хорошо ветер. Масловат. Так. Давайте мы попробуем подойти. Вот две куропатки. Все, включаем режим тишины. Тут даже не две. Вон еще. А, это вторая стая. Вторая стая, которая вошла в остров. Вот она, наверное. Попробуем. Сейчас пройдем, если их тут нет. Пойдем за теми, которые улетели после выстрела. Попробуем их поторопить. Второй выстрел я не стрелял, потому что, ну, у меня может быть перестрел. У нас написано куропатки в день. Две штуки можно добывать. Потому что я стрелял, там обычно попадаешь. Они кучно сидят, бывает, подходишь, там уже лежит. 2-3 штуки. У нас выстрела. Когда вот кучно сидят, когда ты не видишь, сколько их. Всякое бывает, так что. Сейчас пройдем, посмотрим. Найти бы тетерелов лунг. Я бы вам показал охоту. Интересно. Но пока что-то я их найти не могу. Так, ага. Ушли туда. Вот лис у нас тут, блядь. Надо заняться, наверное, как-то на лис. Вообще стало просто, но очень много их. Так. Так. Батя сегодня отговаривал ехать в съезде на снегоходе. Он 2 дня назад тут ездил, катался. Ну просто так смотрел. Буран делал. Смотрел, как он идет по снегу. Ну, после этой корки всей. И он говорит, что там километров, наверное, 5 отсюда. Ну, может, 3. Стая тетеревов сидела. Я говорю, ну они ж тебя там не будут ждать сидеть 2 дня. Правильно. Во, куропатки пошли опять. Это вот с острова те. Вот иду вдоль полей. Попробуем пройти. Все, я замолкаю. Болтать не буду. Так. Я примерно знаю, где они будут. Вот на том мысу. Уже просто тут всю жизнь живешь, стреляешь постоянно. Смотришь. Кстати, в этом году ничего, такие стайки. У нас тут что-то в том году у нас какой-то случился вот мор, не мор, какая-то вот болезнь такая среди боровой дичи. Ну, короче, все заметили, не один я. В общем, вот представляете, раньше вот ездим мы за грибами.
Вот, едешь по дороге, впереди машины бегут тряпчики, по краям взлетают тряпчики, везде рябчики, кругом. Вот просто вот глухари на дороге, тетерева. Вот не эту осень, а прошлую. Вот едешь, и тишина, вообще никого. Один-два штуки выйдешь за день. И глухари с тетеревами точно так же. И короче, вот в поселок, то что вот у меня вот видел, они прилетали штук по 50, тоже не стало. Тут их так не выбивает никто, тут, ну, не охотится так никто. Вот. И в соседних деревнях тоже охотники сказали, что ребята, что-то у нас все пропало, говорит, какой-то мор. Я вот даже рябчиков перестал стрелять вот по осени, в прошлом году я не стрелял специально. В этом году стали они появляться. Ладно, мы сейчас посмотрим. Ну вот, стали рябчики, глухари появляться. Ух, какая куница бегает большая, блин. Ужас, такой кот бегает большой. Ну посмотрите след. Он больше, чем у лисы, блин. Вы представляете, он какой след? Вот это кот. Вот такого кота бы найти. Ну посмотрите, след он какой. О, ну тут два, но он. Вот след. А вот лисий след. Одинаковые. Короче, он еще и лисе может люлей надавать, если захочет. Блин, вот это вот ходит, конечно, куница тут. Ух. Прям у меня слюни побежали на нее. Такая она большая. Не помню такого следа, чтоб я видел вообще хоть когда-то. Очень огромный след. Петли мы ставили, заборы делали на куропаток. Всегда. Со школы идешь, проверяешь. Довольные ходили. Кстати, я вот вам, если сейчас получится, сейчас подойду. Специально подойду, покажу, на что способны медведи и медвежата. Вот смотрите. Вот у нас вот осина была, вот вторая рядом с ней. Две осины были здоровых. В общем, летом, наверное, мамаша тут медвежат привела сюда. И вот они тут играли, я так понимаю, на этой вот осине и на этой тоже. Вот ветки размером, толщиной с руку, короче. Они все ветки сломали, вот полностью все. Обгрызли всю осину. Ну и эту тоже. Ну вот она сейчас уже засохла полностью, все. Вот они тут резвились. Посмотреть бы на это дело, на все. Мы когда первый раз увидели, вообще просто в шоке были. Обгрызаны, обломаны все ветки. Может, она какая-то вкусная была для них, не знаю. А может, просто дурачились. Непонятно. Ну вот, такая вот история была пару лет назад. Отпуск у меня будет в феврале. В феврале будет видео чаще выходить, если будет что снимать. Но по крайней мере будет и рыбалка, и все. Я в лесу буду постоянно торчать. Надоел мне город уже вообще. До тошноты. Была бы тут работа какая-то, более-менее. Уже бы давно свалил с этого города. Ну все, на этом охота наша с вами закончена. Добыли мы сегодня одну куропатку. Больше мы никого не увидели. Больше мы никого не увидели. Ну, я и так доволен, честно скажу. Куропатка редкая такая добыча у нас. Ну, повезло мне сегодня. Ну, до новых встреч. Может, завтра куда выберусь еще. Подальше. Тетеревов, может, найду все-таки, я вам покажу. Вот. Тут, конечно, одни куропатки и лисы ходят. Вот. Ну и в планах, может, съезжу сейчас, посмотрю еще волчьи следы. На снегоходе вокруг поселка объеду, гляну, кто тут есть у нас.
Тут все говорят, что волчи, но не знаю, у нас тут всем верить нельзя. Кто-то и кошачий с волчьим перепутает след. Надо, короче, самому съездить и посмотреть. Ну все, до новых встреч. Всем пока.